Семья Ростовых из Ставропольского края решилась на нечто необыкновенное – установить рекорд жизни, милосердия и единства народа. Собрать самую большую сумму пожертвований, полученных за один день. Мы семья Ростовых из города Георгиев Ставропольского края. Меня зовут Станислав. Я Анастасия. А это наша дочка Варя. Их годовалая дочка Варя больна редким генетическим заболеванием – спинальная мышечная атрофия первого типа. Это заболевание смертельное и протекает в агрессивной форме каждый день. Каждую минуту забирая у девочки силы. Промедление непозволительно. Спасать ребенка надо прямо сейчас. К счастью, от этой страшной болезни есть лекарство. Но оно стоит колоссальных денег. Более 2 миллионов долларов. Сбор идет, но времени катастрофически мало. Именно поэтому так важно поддержать Ростовых в их грандиозной задумке. 14 мая силами родителей, родных и сотен волонтеров состоится множество мероприятий, цель у которых одна – установить рекорд по сбору средств для спасения маленькой Вари. Здесь собрались дети, студенты и взрослые, чтобы поддержать Варечку. Не оставайтесь равнодушными, ведь вы не только поможете ребенку, но и покажете пример доброты и человечности другим людям. Книга рекордов России уже приняла заявку, значит, теперь все зависит от нас с вами. Наши неравнодушные телезрители. Телекомпания «Премьюсик» просит каждого из вас стать причастным к судьбе малышки, сделав перевод любой посильной суммы. Помочь можно несколькими способами. Сделать перевод на банковские карты родителей, перечислить деньги в благотворительные фонды, поддерживающие Варю, по реквизитам, либо отправить смс на короткий номер 3434 с текстом «Варя 200», где 200 может быть любая сумма. Вся информация и реквизиты доступны в соцсетях, Инстаграм и ВКонтакте. Помогите маленькой Варе Ростовой установить главный рекорд ее жизни – победить коварную болезнь. Россия!